SCP-635 – средневековая программа-загрузчик. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Все засекречены томов SCP-635-1 следует хранить в отданном под библиотеку помещении зоны засекречено. Помещение оборудовано системой климат-контроля. Температура воздуха в помещении составляет 13 градусов Цельсия. Относительная влажность поддерживается на уровне 35-45%. Воздух, подаваемый в помещение, фильтруется системой НЕРА, что должно сводить к минимуму наличие в нем примесей. Освещение находится на содержании объектов не должно превышать 50 люкс в день. Для исследовательских целей имеется доступная сотрудникам третьего уровня допуска, зашифрованная стандартными средствами шифрования, копия SCP-635-1. Сотрудники, подвергшиеся воздействию текста SCP-635-1, помещаются в карантин зоны до прекращения симптомов. Воздействие обычно 72 часа с момента прочтения. Выдача означенных сотрудникам инструментов или иного оборудования допускается только в исследовательских целях и только в условиях контролируемого эксперимента. Отдельные SCP-635-2 и SCP-635-3 следует содержать в укрепленных камерах с обшитыми листовой броней стенами. После экспериментов их следует разбирать на части. Экземпляры SCP-635-4 и выше считаются нарушением условий содержания и подлежат нейтрализации согласно процедуре ЧАПЕК-Омега-635. Описание. SCP-635-1 представляет собой набор лицевых рукописей, датируемый 13 веком нашей эры. Рукописи были найдены доктором Газсекречно С. Секречно из Секречно университета в развалинах монастыря Секречно, близ Секречно, Ирландия, в августе 1800 Секречно года. Через 36 лет, в 1900 году, рукописи попали в руки фонда по причине отстранения доктора С. Секречно от работы в университете за данные удалены. На фотографии засекречено том SCP-635-1. После поступления этого отчета в поместье были направлены агенты фонда, которые нашли здание в частично разобранном состоянии. Помимо SCP-635-1, агенты также обнаружили засекреченных неподвижных экземпляров SCP-635-2, засекреченных неподвижных экземпляров SCP-635-3 и несколько заржавевших механизмов, судя по всему, составленных частей для танков, так и незавершившейся сборки SCP-635-4. На фотографии экземпляр SCP-635-2, созданный доктором Секречно в ходе эксперимента «Дата Секречно». SCP-635-1 написан на смеси латыни и ранее неизвестной письменности, которая основана на числовых и логических элементах, чем напоминает современные языки программирования. Первый том представляет собой вводный курс на латыни, который постепенно знакомит читателя с новой письменностью. По мере прочтения латыни постепенно сменяется этой письменностью. Второй том практически полностью написан на новом языке. Сложность рукописей возрастает постепенно. К засекреченному тому текст целиком состоит из блоков числовых данных, обработанных чрезвычайно эффективным алгоритмом их сжатия. Если за чтение первого тома SCP-635-1 берется субъект с минимальным пониманием латыни, он испытывает все раздражающее нежелание отрываться от чтения. Сила этого нежелания напрямую зависит от IQ, умения воспринимать
печатное слово, навыков принятия решений и способностей к математике. Более всего этому воздействию подвержены люди с образованием в области информационных технологий и машиностроения. Если субъекту будет позволено читать первые секреченные томов SCP-635-1, он проходит примерно за 12 часов. Примечание. Согласно результатам допросов, попавших под воздействие людей, за это время материал практически не откладывается в долговременную память. На вопросы о том, что именно они прочитали, большинство субъектов отвечает общими фразами о чем-то очень интересном. После прочтения первых засекреченных томов SCP-635-1 субъект впадает в состояние фуги и сразу же начинает искать инструменты и материалы для сооружения SCP-635-2. Примечание. По словам большинства субъектов, в это время они находятся в полном сознании и воспринимают окружающий мир нормально, но испытывают сильное желание испытать эти интересные штуки в деле. Конструкция и материал, из которого собирается SCP-635-2, зависит от склонности субъекта к доступным ему материалам и инструментов. При этом SCP-635-2 всегда строится с учетом необходимости ввода в них текста засекреченного тома SCP-635-1. Сооружение экземпляров SCP-635-2 и ввод в них текста SCP-635-1 продолжается до тех пор, пока субъект не падает от усталости. Если инструменты или материалы недоступны, состояние фуги постепенно спадает, но субъект испытывает и тягу к тому, чтобы сделать копию текста SCP-635-1 на всякий случай. Примечание. В таких случаях рекомендуется позволить субъекту сделать архивную копию в цифровом виде и загрузить ее в безопасное файловое хранилище зоны засекречена. В противном случае возникает риск нарушения безопасности. Экземпляры SCP-635-2 представляют собой роботов, снабженных различными манипуляторами и средствами хранения данных. Примерно 50% созданных таким образом конструкций пригодны к работе и автономны. Если конструкция SCP-635-2, созданного объектом, оказывается пригодной, робот начинает сооружение еще одного SCP-635-2 по своему подобию. Созданные копии, как правило, несовершенны и не лишены изъянов, в результате чего 80% экспериментов заканчивается сооружением трех или менее копий SCP-635-2, которые затем постепенно перестают двигаться и замирают. В засекреченных процентах случаев, при условии наличия более засекреченных пригодных SCP-635-2, последние меняют манеру поведения и приступают к сооружению SCP-635-3, который является значительно более совершенным роботом, способным самостоятельно загружать в себя данные из оставшихся томов SCP-635-1. После получения всех доступных данных, SCP-635-3 способен управлять действиями SCP-635-2 и во время подзаряжать их. SCP-635-3, которым предоставлена свобода действий, разбирают найденные конструкции на строительный материал для новых роботов. После создания двух или более жизнеспособных SCP-635-3, все роботы приступают к сборке SCP-635-4. Жизнеспособные SCP-635-4, в свою очередь, данные удалены. При этом неизвестно, является ли это поведение следствием враждебных намерений или вызвано повреждением данных в SCP-635-1 из-за старения. Снимок одного из SCP-635 засекречено, найденного после нарушения условий содержания в удалено, сделан электронным микроскопом.